получает трещину, ну и теперь она за всех тиммейтов будет отыгрываться. Ну да, 2 плюс 2 остались, сингулярити не получилось, но ничего страшного, по крайней мере, чуть-чуть живет. А вот тут залетел, а может еще пока идет немного, ну, nice try, что можно сказать. НВР все-таки дал этот минус по БГГ, форгит размен, причем очень мощный, минус 2, а вот искает, Дред, да ладно, минус 3! Ну, время все меньше и меньше, полем атаки, и, ну, на аплент вновь не угадала. Здесь на одну тычку и... В теории еще есть шанс у игрока атаки, хотя уже шикарный камбэк получается у нас на второй карте. С 2-10 пытаются вытащить ребята, но тут надо, кстати, забрать эту винтовочку. Там спайк-то все равно под точку А, и я даже не знаю, кому-то, какому-то звену надо разворачиваться. Но... Тош на этом девайсе, увидит ли он на лоу-граунде, там сейчас вайпер успевает увидеть, успевает его забрать, ох, но там есть... Вером за счет того, как они мясом вышли, выходят и делают сразу 2 минуса. Трекс! Плохо, но все равно ситуация 5-4, все может произойти. Но Кроникл дает важнейший минус. 5-3, инлайн размен, его сразу же меняет Джейдос. Тут Рекс, но его должны забирать просто, правда, у один ломится на него. И от товарища Наца там пошла оборонительная как раз. Так, спайк установлен, да, он обезвреживается. Два красных обезвреживается. Сейчас там спину. По поводу этих ребят, да, надо зачухать. Смотрим, что будут делать Гамбит. Сейчас все-таки есть шанс, вот, возможно, там, через какой-то энтри, но тут не чекается под девяткой, все, никаких шансов, просто в хлам, 4 минуса, и видели матч, и ничего страшного. Сенсации такие бывают, особенно в таких напряженных играх. Давайте посмотрим этот экономический раунд. Там, кстати, да, спайк обезвредил спайк. А тут легко все для инсайдера, здесь без шансов, нац остается один и не дадут. Шел ретейк, да, все подготовили, вышел спайк, забирает Джерри уже с классиком в руках, третий фраг на кофе. Грей не прощается, агентство, и спайк просто легонит агентство инсайдера. Зачем пушки? Классик, ПКМ нажал, скилл показал, ну и тут просто... В сторону ланга, учитывая, что не оператор, тут начинается уже. О, как отменяет Рекс ракетницу из агентства третьего туда, за одной пачкан позицию, где находится, где запленчена, в общем-то, пачка, но она неудобна, под него стоит, его чекают из контейнера, и само сайта есть две ПКМочки, да ладно! Спайк разбирается с артистом туда же! Да ладно! Вы серьезно? Форс! Рашби, а продолжение с нами все знаете, дорогие друзья. Так, Антрекс полетит. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Двоих! Урон шикарный. Так, Антрекс, смотри, какой коварный, и он также погибает, и... Это токсик скрин, который уже активирован, идет также раскидка, огромное количество утилити бросает, но Трекс был здесь готов, принимает Фугиона, уже же видно, что он спрыгнул, и будет попытка поставить спайк от Зедис. Трекс, тем не менее, убегает на фейде, забрав еще один фраг, и Грей помогает, который Трекс выиграет, Суигец забирает инсайдера, Трекс находит уже 2 фрага по Суигецу. Есть также ульта сейчас у Рейны, и более того, третий килл оформляет по Зеди, четвертый. Смотри, Форс уже это Суигец дал сейчас фраг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И это, кстати, ноускоп было. Это был ноускоп. И трек минус 3 выхерит. Даун активирован, 10 секунд. А почему кофе идет первым? Ай-яй-яй-яй-яй, следом за ним. Выстрелами по тельцу, ну и дальше Сайгетсу. Да-да, это Сайгетсу, это страшно. Пиу-пи-пиу. И пиу-пи уже на этот сайт. И нужно сплендить сейчас. Который пытается спреем забирать здесь свой гет. Естественно, очень мало какой-то экшен. И уже вылетает. Вот это летающий рейс, но это недостаточно убивающая, только летающая. Пока что. Оформите. Ладно, хотя бы просто. Давайте на допу хотя бы выйти. Хотя бы допу, да, здесь находится Терри. Вот это фамилочка, сюда, по головам. Практически невозможно. Хотя сингулярити показали уже много. Сегодня невозможно вещей. Трекс инсайдер. 2 минуса в ряд. Зедди минус по инсайдеру. Ситуация становится максимально патовой для команды Форза. Такое преимущество было. Еще погибает один игрок. Это артист.